Всем приветик! Сегодня суббота, встречаемся с девчонками. Нужно же себя как бы, ну, немножко побаловать, может быть, что ли. Мы там дома в Союзе привыкли, что суббота – это день для семьи, для дома, для уборок, для стирок. Тут такого нету. Тут уборки и стирки на втором плане у всех. Здесь суббота и воскресенье – это дни для отдыха. А постирать можно и в такой день рабочий. Нужно же как-то и, я не знаю, отвлечь от этого всего. В Америке тут одна болезнь, и болезнь серьезная, и болеют все. Это болезнь – деньги. Деньги. Я вижу по себе, я вижу по другим, здесь люди гонятся за деньгами. Если были там дома у нас какие-то другие приоритеты, семья, готовка, что-то вот, ну вот такое обыденное, то тут, если ты заработал, ты имеешь право отдохнуть. Все, и для этого должны быть какие-то дни, которые ты сам себе выбираешь, который ты сам себе позволишь это делать. Многие люди здесь в гонитьбе за деньгами не знают, как растут их дети, не знают, что делают их дети. Деньги зарабатываются здесь трудно, но если ты уже их заработал, то ты, у тебя вообще открыты все дороги, чтобы их потратить. И ты тратишь их, если ты себя уважаешь, иногда и на себя, иногда ты себе чего что-то позволяешь. Каждый, конечно, позволяет себе, как бы в меру своей, как мы говорим, распущенности, потребности. Но в силу того, что здесь очень такой, ну, напряженный ритм работы, что ни говори, тяжело. Хочется иногда вот так выйти и развеяться, оставить все. Пусть, может быть, и посуду дома немытую оставить. Может быть, пусть дома и дом как не убранный оставить. Найдется время и уберется. Надо любить себя. Сколько той жизни? Как у нас говорят, один стакан и то не полный. Никто не знает, что кого когда ждет. Любите себя. Конечно, не забывайте о семье, о детей. Но когда дети вырастают, я не думаю, что они хотят такой сильной опеки над ними. Они хотят чуть-чуть свободы, они хотят чуть-чуть спокойствия. И то, что ты возле нее крутишься или возле него, это уже тоже им надоедает. И детям нужна опека, когда они маленькие. Когда взрослые, им нужна свобода. Тем более, если ребенок, как бы сказать, нормальный, ведет себя адекватно, делает адекватные вещи, ему контроль не нужен, как я вижу по своей. Все, дорогие мои, сегодня встречаемся с девчонками. Если все будет хорошо, покажу и расскажу. Бай-бай. И вот, возвращаясь домой, губы съела, посидели классно с девчонками в греческом гриле, пообщались, четверо нас было, к нам присоединилась еще Аня с Киева, Мария, Рену и я, вся наша гоп-компания, посидели, пообщались, обменялись новостями, может быть, планами у кого какие там назревали. Все, конечно, разговаривают на ломаном английском языке, кроме Рену. Рену индуска, она разговаривает на английском с акцентом. Но и тем не менее, все понимаем друг друга. Всем свободно, никто не зажат, все раскрепощены, все свои. И как прекрасно чувствовать иногда, что ты свой среди чужих. Иногда даже среди своих так не чувствуешь себя. Спокойно, как-то вот так уверенно, не зажимаешься, не боишься,
что тебе нужно сказать, а что не нужно сказать. Вот так и, может быть, и собираются компании вот такие, вот таким вот каким-то критериям, что никто никому ничего не должен, и никто никому не боится никого, потому что у всех как-то свое, и у всех разное, и у всех одно и то же. Мы все приезжие, мы все в Америке, мы все здесь гости, и нам здесь нечего делить. Мы все здесь как бы не у себя дома, и тем не менее мы все себя здесь чувствуем свободно и открыто. Вот так. Вот и закончился один из выходных. Иду домой смотреть, что там мои. Надеюсь, что они меня ждут, не дождутся. Все, всем пока, бай-бай.